Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Wingamer Play. Мы продолжаем прохождение игры GTA San Andreas. В прошлом выпуске мы остановились на миссии Свита, воссоединение семьи, если я не ошибаюсь. И там у нас, как всегда, воссоединение и миссия прошла неуспешно, потому что нам помешали копы дерзкие. Ну и тому подобное. И с нами еще был игровой канал Геймер, но сегодня сам, так что, как обычно, проходим GTA. И хочу сказать, что, возможно, если я не ошибаюсь, это последняя миссия в этом городе. Ну, спойлерить не буду, просто мой друг, игровой канал Геймер, ну, под ником, он, короче, любит спойлерить, но я не буду спойлерить. И, кстати, друзья, хочу вам сказать, что если вы вот в начале игры хотите вот завоевывать районы, то я вам говорю, что это не стоит делать. Потому что, как бы вы из этого города, вот после этой миссии вы покинете этот город, и вам не будет зачисляться это все. Ну, короче, оно потеряет смысл и... И, короче, не будет... Ну, просто бессмысленно их завоевывать, потому что вы все равно покинете этот город. И, кстати, вот эти бабки за... дают, которые за районы, за ваши, за завоеванные, ну, как бы их не будет, по-моему. Ну, посмотрим. Ну, по-моему, я вам говорю, что не стоит, потому что это бессмысленно. Лучше не завоевывайте. Так, друзья, не знаю. А где моя бронька? Или я без броньки был в прошлый раз? Ну, давайте сходим. Так, сперва, наверное, мы его подкачаем, а потом уже миссию будем делать, что ли. Я не знаю. Так, так идем, короче, за бронечкой. Где она у нас? Вот дорогая она. Подкачаем ему выносливость, тогда пойдем, а то будет кризис. Ну, узнаете потом, я не буду спойлерить. Кто не проходил, и спойлерить это не хорошо. Так. Свидание, блин. Так, идем качаться. Блин, что за фигня? Так, сюда. Так, что ты энтер? А, так. Какой у нас там левел 7 был, по-моему? Она нахерова на нем, да? Блин, а на 7 еще херово. На 6 так еще тебе. На 7 еще херови. Мы только будем качать выносливость. Выносливость у него вообще фиговая. Я вот смотрю, у него даже 50% нет. Долбаная клавиша. Выносливость еще подкачалась, я видел. Свалился ее. Так, мне кажется, на велике лучше будет. Сразу 10-й. На велике он пока нормально. Ну, на 10, но он как бы велик не сильно такой требовательный. Но, надеюсь, подкачает. Keep your fists up and together.
Ой, ну а сливать качается, давай, давай. Кто-то еще не готов на беговой дорожке. Ты еще не готов на беговой. Видите, как я крафчу эти доллары? У меня, по-моему, я их все потратил, у меня уже 3К969. Ну, я вообще ничего не делаю. Я же GTA только захожу, вот, снимаю и захожу, я больше не играю. Нет. Так что вы все видите, я ничего не меняю, не прохожу без вас, вообще ничего. О, но связь уже 50%. Нормально. Нет, у него сексуальности тоже хер. У нас пятница сегодня. Мускулы на максимуме, так, выносливость уже тоже неплохо так подкачана. Гантон, идем гантон, короче. Можем даже пешкаря пробежать, посмотрим, сколько он может пробежать. Идите нахер. О, кстати, это девушка та, которая... Та, которую я спас. Она... Говорят, что эту машину нельзя залезть. И правда нельзя, да? Можно. Нельзя, реально. Ладно. Все-таки правы были пацаны, когда говорили, что нельзя залезть. Ну смотри, он уже бегает аж сюда. Я помню, он не добегал вообще. Bang, bang, baby. Так, кстати, я знаю этого чувака, его надо приёбнуть. Помните, я же говорил, что у них очень много этих... Бабла. Смотри, сколько бабла. У меня уже 6К, смотрите, я вообще крафчу так. Хер ли ты взял оружие, ты дебила, блядь, кусок. Забор, блядь, разъебашил. Все, идемте, короче, на миссию. Надеюсь, у меня тут хватит всего. Там у меня так дофига всего. Ладно. Погнали. Зеленый сейдер. What's up, CJ? Where you been? Hey, sorry, bro. I got caught up. Yeah, you probably was hitting one of them baller rats. Yeah, Rose Street, rule it. Yeah. You know it? Listen up. Y'all down with CJ, right? Yeah, sure. He's been through a lot. I mean, we all been through a lot. But CJ's helping us clean up the hood. He's taking the fight to the enemy. Yeah. Showing all of us how we used to bang. Yeah. What it used to mean to be a Grove Street family. Yeah. CJ, you my brother.
my running dog. I should have never doubted you. It's nothing. But you're home now, partner. Yeah, that's right. Oh. For sure. Listen up. I want all y'all to go get heated and meet me downtown under the Mulholland intersection. We gonna roll on these baller motherfuckers. Yeah. All right. I'll see y'all in traffic. Yeah, let's roll. Yeah, for sure. You in? Hell yeah, I'm in. I'm your running dog, sweet. Yeah, my nigga. Пёс моей стаи. Так, встретимся на перекрестке. Они там хотят надрать задницы балусом. О, кто-то нам там-то звонит. Эй! Эй, CJ, it's Caesar, man. I'm kinda busy now, something big going down. Essie, I gotta see you, Holmes, tell you something. Look, if it's about Kendall, don't worry, we cool, alright? No, CJ, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, I swear. Okay, I got about 5, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway, north side of Vernon Plus. Встреча с Чезаре под дорожной развязкой. Вот ему что-то там важное приспичило. В туалет, что ли, зайти? И меня, да, тоже пригласили. Сортир зайти. Погнали, а где находится у нас... А, ну норм, так по прямой Сядь в машину в переулке. Где она? Где? Вот это? Down out there. I hope you listen. Чобли. So you drag me way across town. Ты протащил меня через все посмотреть на что? Take a good hard look over there. Смотри-ка сюда повнимательнее. So some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch, homie. What the fuck? Смотри. Райдер? Oh, no. Нет, порой, что ты задумал? That's it. Look at that ride. На тачку. That's the motherfucking green saber. Темпани. Паровоз, труп застал тебя продать. Moms. Sorry, Issy. I heard a rumor poked around. I didn't believe it myself, but. Я сам это не верил. You did the right thing. Ты все правильно сделал. I owe you, C's. I gotta go tell Sweet about. Oh fuck, Sweet. Look, go get Kendall and take her to a safe place. What you thinking? It's Sweet. I think him and the homies is walking into a trap. Just go. Go! Ловушка, ёб твою мать. Они на Блин, я на стрелку хочу, чтоб твоего брата не убили. Капец, ебаный сын. Тут та машина, ёб. Как недалеко ехать? Да нихера себе. Gotta warn Sweet. Гудки, ёпта. Так, мы туда поехал. Гудки, ёпт твою. Возьми трубку, возьми, ёпт твою. Hey, what's up? You call me, but блять, красавчика, ёпт. Shit. Едем, красавец. Блять, где тут проход? Красавца сейчас ёбнет, быстрее едем. Нормально я припарковался, алло, чуваки. Где еще чуваки? Ах вы суки. Отойдите нахер.
Его ранили, ёпта, красавчик, а ты в порядке, тебя подстрелили, Сиджей, ты фейл. Caesar called. На нем 4 показал мне одну керри, это паровоз, на нем сутемп, он нас продал. Не важно, чёрт, ты думаешь, что чудакова прямо с минуты, ничего, ты не бросишь свою базу, вот ёб твою. Балласы, ты вас все урою. Stay cool. Так, отлично, отлично, отлично. Где они, сука? Нормально? Сейчас взорвутся, ёпта. Ни хера себе, пустили в ход тачки, ёб твою мать. Сука, где они еще там? Да ебать вас тут до хера себе. Три звезды, ёпта. О, полисмеш. Нормально, да? Подстава такая. Тебе надо надеть пакет, но как себя чувствуешь? Слушай, мне это. Ладно. You fucking sick motherfucker. Ты ебаная скотина. Intimidate those who intimidate others, Carl. It's my job. Вот моя работа. Right, Ed? Правда, Эд? Yeah. Hey, man, where we at? Где мы? The middle of fucking nowhere. Ты знает. Зато тут чистый свежий воздух. Fucking smoke. Ебаный паровоз, блин, красавчик. Oh, sweet. Sweet is alive. Alive and inside. Тюремная больница. He's in a prison hospital, being treated for gunshot wounds. A wait and trial. Yeah. Somehow nobody's caught you yet. Oh yeah. You should be glad, Carl. Your moron brother's alive. Your street trash soon to be turned out. Sister's alive. And she's only sucking one greaseball's dick. Things are going pretty well for you, Carl. So behave, nigga. We want you to do a little favor for us, Carl. Услугу якусь. I can't believe that nigga Smoke turned on me. Smoke? Smoke does exactly what he's told. He learned that lesson a long time Damn, ago. Damn, man. Take it easy. Yeah, homies for life. Street loyalty. Дерьмо, это собачка. That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fucker out. No, 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 officer. For once, let's let the kid do something good with his useless life. He's gonna help us with the fight against crime. Right, Carl? Yeah, by any means necessary. Now you stay the fuck away from Smoke, and stay the fuck away from us. Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block, getting in touch with his feminine side. Hey, Hernandez, you gonna piss all day? Get your hands off me, man. For some reason, we've got a little problem with a former friend of ours. He seems to disagree with some of our methods. No, who could do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard. Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, he'll whistle any tune Internal Affairs wants him to. See, they got him hiding up Mount Chiliad someplace, so they can manipulate his testimony any way they want to. I want you to pay him a little visit, Carl, and destroy all his evidence before he testifies. Sort this out, Carl, so Officer Tenpenny can sleep easy at night. Man? We want evidence he ain't gonna talk. И чё это, ёпта? Камера. И где моё бабло, блядь?
А что там, блядь, такое? Что это за пиздос? Это бревна. Подожди, а где мы вообще? Ух, ебаный в рот. Смотрите, вот о чем я говорил, друзья. Видите, в этом городе пропали все районы, и тут больше нет районов. Вас отвезли в какую-то жопу мира, и то, что вы все завоевывали, это просто улетело, реально, никуда. Так, а тут есть сохранялка, блядь? Подожди, тут должна быть сохранялка. Да, тут есть сохранялка, прям в темпле там что-то вижу. Где она находится? А, вот сохранялка, чуваки. Прям на улице. Ну давайте мы сохранимся тогда. И чё, будем миссию Темпани? Бесплодные земли. Убей свидетеля, возьми доказательства. Так. Хорошо. Сейчас, так. Идем. Так, удерживая ПКМ, чтобы смотреть в видеоискатель фотоаппарата. Ну, я понял, я знаю, что мышкой вот так приближать, отдалять. Да, нажмите колесико, чтобы увеличить масштаб, вниз, чтобы... Ну, короче, я понял, друзья, это... Ой, бомжи, смотри. Hey, don't sweat it. Суки. Левую кнопку мыши, чтобы сделать снимок. Фотографии из галереи сохранятся в папке GTA San Andreas User Files. Вот, друзья, видите, где они сохраняются. Так, у меня, походу, обычный велосипед. У меня реально обычный велосипед. Подожди, это что такое? Здорово. Ну ладно, до свидания. Так, а мне куда надо... Сюда. Сберись на горы, чтобы найти этого стукача. Так, друзья, хотел бы вам еще показать, что вот гора. Гора Чилиат называется. Это самая высокая точка в этой игре, вообще во всем штате. Ну, вы, конечно, кто играл, знаете. Это очень, очень высокая гора. Кстати, потом я как-нибудь вам покажу всю ее. Как это сказать? Всю ее высоту. Так, ну ты будешь ехать, блин? Так, а как мне забраться? Подожди, я там вижу этот. Мускулы минус какого-то хера. Вот, я вижу мотик тут. А, это Санч. Да ёптвою, куда ты поехал? Есть ты мощь. Ну куда ты поехал, алло, блин? Молодец, чувак, как туда пробраться? Так. Значит, надо ехать... Можно туда ехать. Он внутри, выкури его. Берегись, федерал.
помнить, что он должен попасть на фото разорванным на куски. Because if you spend more time with farm animals than your wife, you'll have a lonely heart and a nasty infection. Подожди, я помню, как я это проходил. Так. Мне надо что-то сделать. Ебать там федералов. Как мне это сделать? Я знаю, это надо все делать. А чё не приседает? Алло, цеп. Чё-то он не приседает, алло, чуваки. А, он с камерой не приседает? Ебать. Вот суки, блядь. Да раз, нахер. Как, блядь, пройти сквозь них, блядь? Этих пиздарей, блядь. О, сука, оно пришло, блядь, сюда. Стукач смыва. Нормально, бля, смотри, пиздец, я провалю нахуй миссию. Где мой Санчес? Алло, блядь. Беги нахер. Да ща догоню его, блядь. Вот он по говорам, блядь, едет. Дело Санчес. Блядь, как он проезжает на машине? Подожди, а тут не для машины все было. Стукач смывает, стой, блядь, за ним. Я это не стука, я не стук. Главное, чтоб я не был. Как мне это сделать? У меня ни пушки, ни хера. Нормально, а где-то за ним. Было хоть пушку, блядь. Может, он ёбнется с горы, я так думаю. Надеюсь, у него хватит мозгов ёбнуть. Потому что у меня тут... Может, надо перед ним бить? Да ёбнется с горы. Нормально, ёбнуть. Сейчас он услизнет. Сейчас я на машине его догоню. Вот. Блин, и машина как назло медленно. Я его завалил. Извините за выражение, но это реально. Я помню, что подушили черный. Давай ему затыл. Мне кажется, что моя машина быстрее повредится, чем его. Куда ты едешь? Молодец. Моя машина. Как это его нельзя познать? Да, блядь, я мог в воду проникнуть, блядь. Пиздец. Короче, друзья, я закупил с тобой амуниции. Купил себе так 9. И броньку. И короче, тут одна такая шняга произошла. Я такую шнягу не видел еще. Это надо, что типа я типа написано пропустить. Пропустить езду. Типа ты начинаешь миссию, пропускаешь езду, и ты очутился там, где тебе надо на миссии. Это я вот первый раз вообще. Вообще первый раз увидел это. Только в этот раз я, короче, их ёбну.
Как-то незаметно, наверное. Asshole, then fight! Ах вы суки, блядь! Да я же ты нам полицию работаю, алло, чуваки. Хер еле, блин. Так, где его тут сфотать надо? Все, я его сфотал. А, тут Санчес есть, блин. Нихера себе ты запрыгнул, первый раз. До свидания. Блять, поедем, поедем. Главное, что мы идем. Ёб твою, ебать. Ну чё, зато я почти не сдох. Да ничего такого. Блин, меня чуть не сбили, алло. Что тут за движение такое? Все равно. Бля, тут пиздец так... Ой, я! Да, он как раз курочку поедет, берем. Так, до свидания. Ща пожрем и восстановимся в дороге. Так, давай мне до десярик. Only 10% guano. Все, до свидос. Ха, потерялся, блин. Так, где там мой? Где мой Санчес делся, интересно? Летел, блин, далеко, короче. Идем к Темпани. Миссия пройдена, за это можно сохраниться. Или сейчас позвонит. Смотри, миссии нет. Ха-ха-ха, мы чё, прошли игру, типа? А миссии нет. А нет, теперь появится, наверное. Caesar, it's me. Carl, you all right, Holmes? Your sister's been worried. I heard some shit went down. Yeah, Los Santos is dangerous right now. I'm out in the middle of, I don't know, Whetstone or whatever that is. I don't know Whetstone too well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, Holmes. Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful and look after Kendall. Don't worry about me, man. You worry about the man who tried to fuck with my woman. I got some backup coming out to protect you. My cousin. Really intense, Holmes. Trust me. Meet them over at the diner in Dillymore over in Red County. You won't miss them. О, какое-то неизвестное что-то появилось у меня. И где это находится у нас? А где оно, блядь, находится? Бля, в смысле... Да что это нахуй? Как его сделать, чтобы оно, блядь? Z. Ух, нифига себе! Далеко-то находится. Смотри, родственник-то, блин. Кстати, вот это видите, вот это что зеленое все. Вот это, видите, зеленое, это все одна локация.
Сельская местность называется. Это Лос-Сантос, где мы были, город. А это сельская местность. Кстати, самая большая локация в игре. Там он еще город есть, пустыня, еще город. Но они маленькие по сравнению с сельской местностью. И, короче, тут очень всего много. Нам надо очень быстрый мотик, который улетел, блин. А, видос, блин. Привет. Я, короче, отвечу на звонок. Тихо. Не звонок какой-то был. Вот. Carl, it's me. Sweet, what's going on, man? And what the fuck you think is going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know. You all right? Hell nah. You gotta do something, man. I'm trying, man. I just gotta make sure Kendall's safe first. All right, man. I gotta go. Don't worry, bruh. I ain't gonna leave you in there. Он не ставит его. А чё с фарой у тебя? Ты типа поворотник включил или чё? Hey, move out the way. Чё с фарами? Или опять очередной баг? Это, наверное, как всегда баги. Так, короче, как нам доехать быстро? Вот это да, вот это да. Короче, я вижу по вот этой дорожке, вот так, жих-жих-жих. И сюда. Короче, мы по этой дороге поедем. Вот этой мощи. Вот это где там это. До свидания. Где это было? Трактор пошедший. О, блин, трактористы, да? Я сперва думал, там никто не едет. This music is like a train, the same one leaves the station. Что я против этого? Или это кто-то нарушил правила? А где-то мы вообще находимся? А, вот то завод. В принципе, уже близко. Мой мотик. Что там написано? Это знак, да, у нас? Блаберри. Блаберри там. Блюберри там.
Нет, там... А, вот. Пираты далеко. Первое свидание. Дерьмо. Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin, Come on, Mexican bitch. Guy. He ain't here. Jew? But Cesar said you was a real man. Crazy. Lady, bitch. I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh, my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up, which one first? You're the driver, you dumb pig, you choose! You have to be a stupid silly cookie, though. You pretty high strung, huh, lady? Yeah, and what are you? Водил один завозом, давай денежки, стрелю. Это пуля непробиваемая. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricón. Хребаный. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Дебилы стоят, пиздец. Так, забирайся в тягач. Я не собираюсь потерять еще одну дерьмовую работу. Остановите их, ублюдки. Drive! I know a guy who'll pay for this weekend cargo. Стоп, подожди, а куда мне ехать? Ага, и как мне лучше это сделать? Повернуть сейчас вправо. Music never gets old. Just a little воронная дорога. Block their route! We'll get ourselves killed! Ну поедем, чувак. Блин, ну не знать. Keep up with them! I don't wanna do this! Let the Who liven up your day. Смотри, они еще не сдыхаем. Enjoy! Чил. Get ahead of them! This ain't my fight! Тихо, куда мне там еще дальше? Так, да бля. Теперь мне влево. Хватит это разорить. Блин, они сзади, чуваки. Да убей ты их. Стоп, а дальше? Alongside. This ain't my fight. Все разбились. А, не на нас нападают. Hello, Mr. Whittaker. Здравствуйте, мистер Уиттекер. Carolina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this wad of cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. You ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Короче, груз ему можно. Goodbye. Увидимся. Ху-ху-ху-ху-ху-ху, 5000. Нифига себе, а те взорвались. Возвращайся сюда, чтобы получить новые миссии водилы грузовика. Так, а у меня есть еще сохранялка, кроме вот здесь как? Походу нет, да? Но есть у Лос-Антонсе, нихера. П-
Походу больше миссий нет, мне кажется. Кто-то, мне, наверное, кто-то звонить будет. Да, я так сказал. Yeah. Carl. Who is this? You know me. This is the truth. Mr. Pravda. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Aw, man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. Мистер Правда, блин. Мистер Правдивый. Так, подожди, а где он находится-то? Зет. Блин, он опять находится там, где вот моя сохранялка. Кстати, сохранились. Так, подожди, я вижу, что чувак на тракторе застыл. Или мне показалось. Так, короче, надо какой-то быстрый автомобиль взять. Ло, стоп. Тут тих ты. Блин. Так, ладно. Вот, я вижу, тут у нас есть автомобиль какой-то. Надеюсь, он быстрый. Не помню, это, по-моему, этот. Так, вот. Ну, такая она там. Так, а куда нам там? Ага, нам, короче, опять на эту фигню. Так, погнали. А, это та машина, которая дрифтит. Как раз сохраним все так. You get out much? До свидания. Я вижу, вы не поняли, да? Блин, как я зану. Somebody don't be mad, you're screwing up their lives. Ха-ха-ха. Чувак, тебе там хана. Или он вывел. Кто-то поехал. Блин, я машину уже разъебал. Это плохо. Вот куда меня поехал? Меня на проезжую часть. Вот! Мотик, 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 мотик. Стоп! Бабка! Суки. Пидорас. Где еще мотики? Я хочу мотик. Мотик вообще быстрый. Вон, 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 вон. Да, сука, еби. Так, вижу еще один. Прям в меня. Так, хорош. Я взял мотик, теперь попал. Блин, в смысле ты на горы взял? Теперь нормально. Я сейчас сюда еду. Да. Ездить на мотоцикле по ушам. Сильская музыка. А, на этом походу нельзя, да? Надо он доедет. Ой, блин, куда ты поехал? Чуваки под бойс. Мотоцикл быстрее, чем того. Так, сейчас тут будет смертельный перевод. Что здесь? Дерево. О, кого я тут бил? Извини, дедуля. Сейчас сохранимся.
бесплодные земли сохранились мы. Так, а где у нас мистер Правда живет? Да ёпта. На, он там в конце этого поселочка. Сбор трупа, о, блин. О, наш... Наш дорогой милиционер кое-что употребляет радужное. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Oh, is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest... Mr. Brown. We and you are gonna deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Welcome, friend. Sup? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. It's gonna ruin that asshole's career. Ah, bullshit. Dudes, you want mushrooms? You lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. DMT. Oh, shit. I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A fed out smoking me. What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you, then? What, I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester, and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. Ха, блин, капец. Чувак обкуренный. Отправляйся на ферму, где находится уборочный комбайн. И где это у нас? Ебать, опять далеко, да чтоб тебя. Да сука. Опять по этой дороге, мать. Так, мне нужен му... Ага, я его, короче, куда-то ёбну. Далеко. Так, а тут есть кто-то на мотыках? You wanna hold in you? Huh? Есть на мотиках кто-то, а не на BMX. Я знаю зато, где мотик находится, он там на горе. Ща я его возьму. Так, где-то здесь я, да, вон он. Ну это как раз. Здорово. Короче, нам надо комбайн какой-то штырить. Блин, эти горы вот эти. Куда я проехал? Ну, бывает.
Иди на место, если знаешь. Пиздос, блядь. Чтоб тебя там машина ёб. Да, мы вообще сюда. Походы сюда, не знаю, в город. Ну тут, в принципе, заехал. Так, у нас опять повышается умение ездить на... Так, что цел? Так, нам надо наверх. Блин, выполняем какие-то... До свидания. Уборочный комбайн находится на поле позади ферм. Блин, комбайны тырим вообще как, блин, бойки. Миссии этих. Работает несколько круг за движение, они не любят посторонних. Блин, проникни на ферму и укради уборочный комбайн. Да ты что? Миссии села, блин, реально, миссии села. Вот, блин. You come to the wrong farm, boy. Ты, так, тебе не деревянный путь. Ни хера себе, у них оружие даже есть. Я вот, блин, на тракторе сейчас вообще повалил. О, you они тут не блокируют трактор, замочите его, пацан. Кто это? Мне кажется, сюда надо. Да вы дебилы, мать его. Нормально. Уборочный комбайн. Как выехать? Ставь. На ферму. Ой, мне кажется, резать человечка. Stop that dang vermin! Режем их. Два. Где мяско? Где мяско? Да. О, я вижу мясо. Мяско. А ты чё, последний из героев? Арива. Блин, машина его мешает. Твою мать, комбайн! Вы сдохли там! Чё, мне это... Вот это дерьмо, вот это тащить через всю... А, нет, тут чуть-чуть вот осталось. Ну, прям сейчас с горы полетим. Комбайн, надеюсь, не с горы. Так, за нами там вагоня, сука. Фига там было. Шо вы, засали? Смотри, на их не поднимем. Не выжили? Мне кажется, нет. Хорош, я привез. Mission complete. Man, you brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the whoop to do is ready. Just make sure you get that cash. Только бабки не забудь. Вот это он позвонил, так? Hey, call it Caesar. What's up? Bad thinking shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The barrios los aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, they don't mean jack in Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. Well, I just got some shit to take care of, and No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. So, Mission Pro. Так, ну отправляемся, там, короче, что-то с Чезарей, блин. BF Ranch. Короче, вот такой автомобиль какой-то. Необычный. Так, а я вижу, там Чезарь появился, да? А где это у нас Z?
А, как раз там, где с охранёками. Нормально. Так, значит, нам надо на дорогу ближайшую попасть. Выехать из этого дерьма долго. Дождь пошёл. Так, сюда нам. Не... Блин, чё я так занусь? Да, мне туда. Сейчас уже там утихомирился, но утром было такое. Вместо снега, это дождь, тепло. Глобальное ПВО. Кстати, на вот этой фигне трюки можно делать. Ух, нихера, сам тут еще. Кстати, на горочке можно делать трюки. 17 долларов получилось. 9 камп. Легко, живем. До свидания, машинка. О, тут, кстати, возле моего дома Санчес появился. Ну, сейчас сохранимся. И тогда будем заканчивать. Так, ну, тогда будем все. Подходим к концу. В этом видео мы попали в сельскую местность и начинаем ее изучать. Это только, наверное, начало миссии, там еще их достаточно будет, но это будет в следующих роликах. Ну, а с вами был WinGamer Play канал. Подписывайтесь на мой канал, как обычно, и ставьте лайки. И всем удачи, всем пока, и всем хорошей зимы. Всем пока.